Обезопасить медведя от людей. Нарьянмарский мишка попал под прицел круглосуточного наблюдения. У клетки со зверем установили видеокамеру. Руководство заповедника Ненецкий заключило договор с ненецкой компанией электросвязи. Специалисты уже установили оборудование, под обзором которой находится вольер и пространство перед ним. Видео с камеры будет транслироваться в режиме онлайн на сайте НКС. У нас стоит вопрос по охране медведя, но так как средств на его охрану не хватает, то есть дополнительно решили установить камеру. Данные с камерой будут выводиться также на пульт охранного предприятия, то есть у которого работает оперативная группа здесь в районе факела и искателей. Если какие-то противоправные действия происходят, то оперативная группа в течение 3-5 минут будет уже здесь, на нашей территории. По словам руководителя заповедника, нередки случаи, когда посетители приносят медведю еду в травматичной упаковке. Такой случай произошел в июне. Медведь порезался консервной банкой из-под сгущенного молока. Специальная памятка и видеокамера помогут обезопасить косолапого от травм.